Но если же, так скажем, нашими силами будет создана такая структура сильная, я буду только рад. А могу сказать, что все реально. Все реально на простом одном примере. Если человек желает чего-либо добиться, он этого добьется. Главное — желание. Поэтому я желаю всем тем, кто работает над этим проектом, усилия, сил, вдохновения, пускай воплощают это в жизнь. Чем больше будет таких российских проектов, тем лучше будут жить наши граждане.